Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня наш урок будет посвящен фразам, которые вы можете использовать, когда вы находитесь в магазине на немецком языке. Эти фразы помогут вам легче покупать товары и общаться с продавцами. Los geht's! Helfen. Помогать. Können Sie mir helfen? Что в переводе означает «Можете ли вы мне помочь?» Anprobieren. Примерить. Kann ich das anprobieren? Могу я это примерить? Der Rabatt. Скидка. Gibt es einen Rabatt? Есть ли скидка? Die Größe. Размер. Haben Sie das in meiner Größe? У вас есть это в моем размере? Bezahlen. Оплачивать. Kann ich mit Karte bezahlen? Могу ли я заплатить картой? Die Farbe. Цвет. Haben Sie das in einer anderen Farbe? У вас есть это в другом цвете? Kosten. Стоить. Wie viel kostet das? Сколько это стоит? Die Quittung. Квитанция. Kann ich bitte eine Quittung bekommen? Могу ли я попросить квитанцию? Haben. Иметь. Ich habe kein Bargeld dabei. У меня нет наличных денег с собой. Nehmen. Брать. Ich nehme das. Я беру это.
Повторим слова. Helfen. Помогать. Anprobieren. Примерить. Der Rabatt. Скидка. Die Größe. Размер. Bezahlen. Оплатить. Die Farbe. Цвет. Kosten. Стоить. Die Quittung. Квитанция. Haben. Иметь. Nehmen. Брать. В этом видеоуроке мы успешно выучили 10 полезных слов и фраз на немецком языке, которые помогут нам в повседневной жизни. С этими словами и фразами вы будете более уверенно совершать покупки и общаться в магазинах на немецком языке. Друзья, спасибо вам за внимание, успехов вам и практики в обучении. Если тебе нравится такой формат изучения немецкого, обязательно подписывайся. Если тебе понравилось это видео и ты получил пользу, ты так считаешь, то поставь лайк. До новых встреч, друзья!